сова. У него руки вообще грязненькие. Я ему просто показал, говорю, на колесо. Он сразу взял этот компрессор и пошел это делать. Да? Mm-hmm. Вот так вот. Без знания языка можно, да? Обходиться. Оля, отойди оттуда, там грязно. Ай, я пила и сидела, кому я толкаю, пинга, не, я чего и чем, а я уснула. Постоянно. О, нога. Ну, постоянно накачиваю. Нога, нога на ли сайо? Вот это ли мэйо? Мэйо. Нога, нога я 5 斤. А, о, о, нашел. Молчи. 5 юаней, говорит, прокол нашел, молодец. Кать, у тебя прокол, короче, был, слышишь? Прям гвоздь прям торчит. И прям спускает конкретно. А, и вот он стучал. Что тебе? Ага. 5 юаней все, говорит, стоит. Буква тен. Девчата, ну что, давайте поздороваемся. Сегодня у нас выходной день. Выходной у Полины, у Вероники, да? Что делать-то будем, а? Сегодня что делать будем? А? Парк пойдем. Парк пойдем? Какой? Ну, где там всякие аттракционы. Аквапарк. Аквапарк? Нет. Сегодня не жарко, мне кажется. Сегодня прям действительно не жарко. Мы вышли на улицу. Всю ночь охлаждали кондиционерами квартиру и вышли на улицу, такая же температура была, да, как на улице и как в квартире. Поэтому для аквапарка прохладно. Аттракционы. Ну а там будем что делать? А, пойдем, допустим, мы эти, да, всякие. А, сегодня. Ну, сегодня выходной, дочь. Думайте пока. У него руки вообще грязненькие. Че? У него руки вообще грязные. Ну, у него работа такая тяжелая. Посмотри, он мотоциклы чинит и так далее. Смотри. Тут должно быть грязно, понимаешь? Окей. Окей, окей. Ну, я всегда к этому мастеру я всегда прихожу. Он мне всегда все чинит. Ага. Села вам. Бай-бай. Пошли. Коль, ты умеешь застегивать же? Полина, блин, почему я не смог, а ты смогла, а? Да потому что у меня вот сколько... Силенище, да? В общем, колесо у нас напрочь сломалось. Она его будет менять сейчас. Полностью резину будет менять. Шина, которую он поставил, полностью вся выскочила. Она какая-то мягкая была. Вот. Покрышку поменять, а здесь они без камерки идут. Покрышку поменять будет стоить 95 юаней. То есть он, видимо, новую поставит. Ту, которую он поставил, она полностью он выскочила.
он достал новое, ну, покрышку. Распаковал. Языка, короче, не хватает. Он, китаянка подошла со своим мотоциклом. И он вместо нашего мотоцикла начал ей чинить. Вот он наш бросил. Она пришла, ему, видимо, говорит, посмотри, лучше мой, наверное, скорее всего. Вот, мне, значит, нужнее. Вот. Так что, стоим, ждем.